Из окна многоэтажного дома на проспекте Мира выпал 5-летний ребенок. Инцидент произошел 15 апреля примерно в 20:40. К счастью, малыш не погиб. Его спас прохожий, успевший подставить руки. Прибывшие медики госпитализировали мальчика в реанимацию и уже сегодня его перевели в обычную палату. Врачи оценивают состояние здоровья как средней тяжести. На момент ЧП малолетние дети находились в запертой квартире одни. Попасть внутрь сотрудники полиции и МЧС смогли, применив специальное оборудование. Кроме выпавшего 5-летнего ребенка, в квартире находился 4-летний мальчик, которого принято решение поместить в детскую больницу, так как он был оставлен матерью в социально опасном положении. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Почувашии Алексей Веселовский дал поручение провести тщательную проверку обстоятельств случившегося, условий, в которых содержались дети. В отношении матери несовершеннолетних, оставившей их дома одних, составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Как сказал в телефонном разговоре Вениамин Егоров, спасший мальчика, он не совершил ничего особенного. Мужчина отказался от интервью и просит родителей не оставлять малолетних детей одних без присмотра.